Ирбитская ярмарка не только бренд Среднего Урала, но и драйвер экономического развития восточных территорий области. Об этом сказал губернатор Евгений Куйвашев. В рамках визита в Ирбит лидер региона посетил одну из старейших в стране ярмарок. Губернатор напомнил, что у Ирбитской ярмарки богатые исторические традиции и добрая репутация. Находясь на основном торговом пути, на протяжении нескольких веков она играла роль важного коммерческого центра между Уралом и Сибирью, Европой и Азией. А за ее ценами и товарными предложениями внимательно следили в Москве, Лондоне, Париже и Берлине. Расцвет ярмарки во многом определил особенности застройки Ирбита, архитектурный облик города, бурное развитие малого и среднего предпринимательства. Глава региона отметил, что Ирбитская ярмарка – это знаковое событие не только для Свердловской области. Эту выставку знают далеко за пределами Урала. Это важнейшее историко-культурное наследие, которое нам с вами необходимо сохранить и улучшить. Вместе с председателем Свердловского отделения партии «Единая Россия» Виктором Шептием и главой Ирбита Геннадием Агафоновым губернатор посетил русское подворье города мастеров, выставку традиционных ремесел. Здесь свои диковинки губернатору представили мастера по металлу, глиняной посуде, мастера резьбы по дереву и многие другие. Евгений Куйвашев купил себе сувенир – деревянную бутсу от уральского мастера, являющуюся символом того, что область готовится принять чемпионат мира по футболу в 2018 году. Нужно отметить, что в программу ярмарки также включены арт-мото-шоу, а также открытый чемпионат Свердловской области по конному спорту. В этом году в борьбе за самые престижные Уралы на дорожке Ирбитского ипподрома собрались лучшие рысаки Среднего Урала. Помериться силами с ними организаторы пригласили также спортсменов из соседних регионов – Тюменской, Курганской и Челябинской областей. Напомним, что регулярно Ирбитская ярмарка проводится с 1643 года. В 30-40-е годы 17 века она являлась одной из крупнейших ярмарок России. В 70-80-е годы 19 века занимала второе место после Нижегородской. При советской власти Ирбитская ярмарка открывалась всего 8 раз. Последний раз ярмарка состоялась в 1929 году. А в 2003-м при поддержке областных властей ярмарка получила новое рождение. В Ирбите прошла первая межрегиональная выставка ярмарка, в которой приняли участие представители 23 городов из 8 регионов России. Сегодня Ирбитская ярмарка – одно из самых ярких мероприятий событийного туризма региона, которое поддерживается правительством области. В рамках визита в Ирбит губернатор также посетил еще одну знаковую для города площадку, которая в этот день стала центром притяжения спортивной общественности города. На стадионе «Юность» состоялись соревнования по нескольким видам спорта, приуроченные ко дню физкультурника. Евгений Куйвашев поздравил участников состязаний и отметил, что этот праздник является одним из самых массовых в Свердловской области. Сегодня треть населения региона, более 1,23 миллиона человек, регулярно занимается физической культурой и спортом, отдает предпочтение здоровому образу жизни. Стоит отметить, что усилия власти и региональной, и местной сосредоточены на том, чтобы создавать условия для занятий спортом, формировать приоритеты здорового образа жизни. В Артемовском городском округе особое внимание уделяется развитию спорта и пропаганде здорового образа жизни. Такая работа приносит свои результаты. Среди молодежи растет спрос на физкультурные площадки. Не отстают и пенсионеры, которые активно занимаются доступными им видами спорта. И все же главным итогом всех этих процессов является формирование здорового общества, в котором нет места вредным привычкам, а следовательно и острой социальной напряженности, связанной с последствиями употребления алкоголя и наркотиков.